Главную достопримечательность аллеи футбольного клуба «Шахтер» вернули на место. Только вот внешний вид монумента оставляет желать лучшего. Постамент из фанеры, мяч из резины. Картину дополняет скотч, которым закрепили конструкцию. Сергей Журавлев узнавал, во что превратился памятник карагандинскому футболу. Мяч-памятник вернули на место. Но не как обещали, выточенный из гранита, а обычный резиновый снаряд на деревянном постаменте. Да еще вдобавок приклеенный скотчем, как защита от ветра и вандалов. Буквально за неделю до ответного поединка «Шахтера» в Лиге чемпионов против шотландского «Селтика» местные власти открыли аллею в честь карагандинского футбольного клуба, главным символом которой, безусловно, считается мяч-памятник. Но не прошло и двух дней, как достопримечательность пропала с постамента. Горожане тут же принялись шутить. Говорили, что мяч забрали в Шотландию, кто-то посчитал, что его украли. Потом вот пропал, какие были первые мысли? А сегодня мы вот сейчас спустились. Ну, наверное, делать будут новый какой-то. Какие у вас были первые мысли после того, как он пропал через два дня? Никаких даже не замечал, после этого забыл, все пройдет. Ну, мне кажется, это муляж был, макет какой-то, картонная эта коробочка, резиновый мячик. Тогда оказалось, что мяч просто забрали на реконструкцию. Обещали, что на месте появится другое гранитное изваяние. Но вот накануне украшения аллеи все же вернули на место. Только обещанного мяча из природного камня никто так и не увидел. Постамент по-прежнему выполнен из фанеры, а сам мяч – обычный резиновый спортивный снаряд. Причем приклеен он к фанере скотчем. Каждое утро его постоянно там что-то подмазывают, что-то подделывают, потому что на него сажают людей, об него облокачиваются. В момент открытия практически вы там вообще пытались там и пинать. Поставим метровый гранит, пожалуйста, пробуйте пинать. К слову, новый мяч, который будет больше и тяжелее, подрядчики обещают установить к концу сентября. Между тем, горожане поговаривают, не связаны ли недавние поражения горняков с исчезновением памятника карагандинскому футболу. Пока готовился материал, монумент снова убрали.